А было у нас еще, когда уже я призвался официально на флот служить в учебном отряде, я тебе, наверное, рассказывал. Мы одного комиссара шлепнули. Было то, приучали людей весь, ну, как тебе, в наряде охрану вести, наряд. Вот выставили наряд, стоит вот покалывается какой-то сарай. Там есть что в этом сарае, говорят, что там боезапас, там все, вот вас ставите, вы смотрите. Не дай бог, враг сюда пойдет. Ну, и говорят, вот выставляешь себе в это сарае. В этом сарае там боезапас, там еще, ну, богатскому говорят это. Вы смотрите, не дай бог, враг долезет, там взорвет, значит, училище. Ну, все беда будет. То есть, настращают человека, что ты стоишь, и если только что свой идет, можешь свое убить. Понимаешь? Ну и... Вот. Ну и вот такие инциденты ходил комиссар, ночью проверял. Вот. Ну, проверяет, и многих наказывали за это. А он не боялся, этот комиссар? Так ты послушай меня. Они ж хитрые, эти комиссары. Зная, что молодой заснет на посту. Тихонечко подкрадаются. Из винтовки затвор вытягивают. Это винтовка трех. Пока спит? Пока спит. Вытягивают затвор тихонько, так и винтовку оставляют ему. Затвор забрали и уходят, и потом идут официально. Ну, а он уже проснулся, он не знает, что у него затвора нету. Стой, что идет? А они идут. Стой, стрелять будете, они идут. Идут. А он там кинулся стрелять, а там нечем стрелять. Он стоит и побелел. Подходит этот комиссар. Так почему же вы не стреляете, а? А враг подходит, а вы не стреляете. Где ваше ружье? Ну так он нажал, да? На курок? Нет. На курок нажимал? Какой курок, немая затвор? А, вот так. А там затвор, курок нажми, затвор вытяну. Там же винтовки в нашей... Это все в СВТ нельзя выйти, но в этой запросто. А где ваш затвор? Так как же вы на посту стояли, даже у вас украли затвор? Ну, это все ж по училищу все. Ну, один сказал, так парень, говорит, я ее где-то комиссара обучу. Ну, и пошел до друга, до своего, в это, оружейной мастерской, и попросил затвора в него. И взял этот затвор, поставил в это ружье, зная, что его вытяжить могут. А то законный затвор взял в карман и стоит. И тоже так же пришел комиссар и вытянул той затвор. Но он заснул? Или... Не, он слышал и видел, как комиссар, но он не подавал виду, вроде спит. И комиссар вытянул и ушли. Они ушли. Он в это время затвор вытянул свой с кармана и поставил. Но... То идет, как обычно. Он, стой, кто идет. Те идут. Стой, стрелять будет. Они идут. Стой, стрелять будет. Он тогда раз затвор заряжает, и как в паров, значит, это, и комиссара наповал. А, так он его пристрелил. Застрелили, наповал. Ну, тут караул подняли. Так это тот, который уже один раз такое было? Да, который вот раз так проверял. Тут поднялось там все, караул в ружье сюда, только как вы засели? Я не знаю. Я сказал, что идет, он идет. А я инструкцию получаю. По инструкции действую. То есть, извини, к ему не пристанешь. Он стоял на посту, действуя по инструкции. Ты понимаешь? Значит, все, виноват комиссар, что ты шел. А он и шел бы, он затвор вытянул. Начали разбираться. Ну, а разобрали же? Ну, там же не один у комиссарий шел. Там их три шло. Брали разводящего, там еще это. Ну, как положилось. Это. Ну, у комиссара должны были найти этот затвор, правильно? Ну, да. Этого комиссара нашли затвор, что, дескать, не мог он застрелить. У него был вытянут, комиссар вытянул у него затвор. Он спал, у него затвор вытянули. Так ему говорит... Тот говорит, я не знаю, меня никто ничего не вытягивал. Я не видел, чтобы когда у меня вытягивали. А ну дайте ваше ружье. Берут затвор, ружье, все правильно. Затвор его. А у комиссара затвор оказался бог из ночей. Сюда-туда,
А где комиссар? А комиссара-то уже нету. Как ты с его спросишь теперь, где этот затвор взялся? Да. И так комиссара и шлепнул, отучил. И больше никто не ходил. Все, больше никто не ходил, не проверял. Ну, у нас были ребята такие, знаешь, оторви да брось. Это мы еще такие были с деревни, а то ребята были такие городские, что палец в рот не ложит. А то молодого как возьму, значит, и говорят, он бежит. Куда ты бежишь? Так позвали командира. А где? Да где-то говорят, командир там на клотику чай пьет. А, ну-ну-ну, и шукай. На клотик. Это на матче то по ветре огня клотики.